ребята. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, как называется наша родина? Наша родина Азербайджан. Столица Азербайджана? Столица Азербайджана город Баку. Хорошо, ребят. Кто президент Азербайджанской республики? Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Какие символы Азербайджана вы знаете? Флаг. Флаг Азербайджана из каких цветов состоит? Голубой, красный, зеленый. Что означает голубой цвет, ребят? Туркизм. Красный цвет? Зеленый, демократ. Зеленый цвет? Государств граничит с Азербайджаном? 5. Хорошо. Можете перечислить? Давайте. Грузия. Хорошо. Россия. Турция. Еще. Давайте. Иран и Армения. Хорошо. Давайте покажем это на карте. Так, ребят, значит, это флаг какого государства? Азербайджан. Где находится вот наш Азербайджан. Хорошо. Так. Это флаг какого государства, ребята? Иран. Где у нас Иран находится, ребята? Где находится? Внизу. Внизу. Молодцы. Хорошо. Это флаг какого государства, ребята? Россия. Россия где у нас находится? Правильно. Вот здесь. Так. Флаг какого государства, ребята? Грузия. Грузия где у нас? Вверху. Камила, наверху, правильно, вот здесь. И флаг какого государства, ребята? Турция. И Турция у нас находится вот здесь. Молодцы. Ребята, в каком городе мы сами живем? Как называется наш город? Город Сумгаит. Правильно, город Сумгаит. Кто мне покажет здесь город Сумгаит? Где он? Нет, это Баку. А где наш Сумгаит, самый большой город? Давай. Вот он, молодец. Вот Сумгаит. Нет, ниже. Вот он, Сумгаит. Молодцы. Скажите, давайте назовите самых близких родственников. Кто у вас близкие родственники? Бабушка. Бабушка и дедушка. Правильно. Кто ты для бабушки и дедушки? Внучка. А ты? Внук, хорошо. Кто для вас мама и папа? Родители. Кто ты для мамы и папы? Дочка. Дочка, ты? Дочка. Молодцы. Хорошо. Ребят, теперь давайте внимательно послушаем. Я буду называть вам слова, а вы будете называть его противоположное. Хорошо? Мальчик. Девочка. Открыть. Закрыть. Привет. Пока. Дальше что? Высоко. Низко. Высокий. Низко. Длинный. Короткий. Темно. Светло. Включать. Выключить. Молодцы. Хорошо. Ребят, скажите мне, пожалуйста, что мы говорим по утрам, когда просыпаемся? Доброе утро. А когда спать ложимся? Спокойной ночи. Ребят, если мы не будем чистить зубы, что с нами? Вот что произойдет с зубами? Кариес. Что-нибудь? Кариес, правильно. А кто лечит кариес? Кто мне скажет? Как называется? Стоматолог. Умница. Ребят, скажите мне, пожалуйста, что такое алфавит? Алфавит. Это буквы. Я спонёжный. Папаратко. Ну, молодцы. Давайте назовем слова на букву А. Кто мне назовет? Давайте. Арбуз. Еще. Ананас. Еще. Абрикос. Абрикос. Апельсин. Еще. Акула. Еще. Аквариум. Автобус. Молодцы. А слова на букву Я? Яд. Яблоко. Яблоко. Еще. Ягоды. Ягоды. Еще. Якорь. Еще. Язык. Еще. Еще. Яйца. Яйца, молодцы. Ящерица, ягненок, отлично. Слова на букву О. Облако. Облако, еще. Огурец, хорошо, еще.
Нет, это на Б. Очки. Молодцы, ребята. Хорошо. Молодцы. Ребят, если мы обидели друг друга, что мы должны сказать? Что попросишь ты? Как называется это слово? Прощение. Правильно. Если мы обидим друг друга, то мы обязательно нужно, мы обязательно попросим что? Прощение. Ребят, счет от 0 до 10. Готовы? Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, хорошо. 10. Держи 10. Минус 4. Ответ? 6. Хорошо. 10. Минус 8. Ответ? Молодец. 2. 2. Плюс 1. 1. Я сказала 1. Так, сколько посчитай? Посчитай. 1, 2, 3. Молодец. Эбельфайз, держи 3. 3. Угу. 3. Держи, держи, держи. Ага, не трогай, не трогай. 3. Минус 3. Сколько будет? 0. Молодец. 5. Минус 1. Минус 1. Так, сколько будет? 4. Молодец, умница. Так, Солмаз, назови соседи цифры 5. 5. Ага. 6. Ага. 4. Умница, сосед, цифры 3. 2, 4. Умница, молодцы. Хорошо. Ребят, скажите мне, пожалуйста, что больше, 9 или 6? 9. 9. 8 или 1? 8. Умницы какие. Так, самый дорогой в мире человек? Мама. 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 Как называются наши пернатые друзья? Птицы. Ребят, чем отличаются домашние птицы от диких птиц? Кто мне скажет? Домашние птицы. О, молодцы. Самая тонкая природная нить какая? Паутинка. Как называется профессия, задача которой ухаживают за растениями? Кто? Садовник. Когда медведь впадает в спячку, какое время года? Зима. Зимой. Сколько всего времени суток, ребят? 4. Какие? Утро, день, вечер, ночь. Молодцы. Ребят, скажите, а сколько лапок у паука? 8. 8. Молодцы. Что согревает нашу землю? Солнце. Солнышко. А давайте перечислим дни недели. Готовы? Поехали. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первый день недели, ребят, как называется? Понедельник. А четвертый день недели? Четверг. Молодцы. Ребят, а сколько всего времени года? Четыре. Какие? Перечислим. Зима, весна, лето, осень. Ребят, самое жаркое время года какое? Лето. Лето. В какое время года птица улетает в теплые края? Какое время? Да, подумай. Осенью. А почему птица улетает в теплые края, ребят? Холодно. Холодно бывает. И еще нечего есть птичкам. Правильно. Ребят, скажите мне, пожалуйста, а кто царь зверей? Лев. Молодцы. У какого животного есть сумка для детей? Кенгуру. Кенгуру. Животное с сотней колючек. Это? Ёжик. Ёжик. У какого животного есть рог? Носорог. Носорог. Царица всех цветов? Роза. Роза. Молодцы, ребят. И еще скажите, пожалуйста, кого съела лиса в сказке Колобок? Колобок. Колобка. От кого первого шел Колобок? Бабушки. От бабушки. Молодцы. Как звали собаку? Собачку из сказки Репка. Кто мне скажет? Жучка. Жучка. Молодец. Молодец. Какое яичко снесла курочка Ряба? Золотое. Сперва она снесла золотое, а потом? Простое. Молодцы. Кого унесли гуси-лебеди из сказки? Мальчик. Мальчика. Молодцы, ребята.